одной ноге, потом на второй. Все прошли уже два круга, Велеслав первый доходит. Как обычно. Она! Покажи работа руками и винт. Встань на центр. Работа руками, прыжок и винт. И подпрыгнуть, сделать винт. Руки как? Что ты их вот так делаешь? Балет. Так же. Сколько? Не убирайте руки, оставьте наверху их. Да. Слава, я только что сказал про руки. Надо головой уже думать немного. Точно? А надо сколько? 30? Я сегодня сделала 30. То есть 10 неправильно, да? Да. А почему? Так уж и быть. Не могу поворачиваться, я не могу показывать. Я говорю, ты сходишь, я с вами работаю. Так, почему как в первый раз, я не могу понять. Что дальше? Что дальше? Два вида переката. Да, это легко. Ну, сейчас растяжка, нет. Растяжка потом. Давай заранее договоримся, сколько правильно. Каждый вид по 20 раз. Сколько правильно? 20 раз надо сделать, а правильно сколько у тебя будет? 20 будет? Потом 40. 20, а начинай. Сожми ноги. Сожми
я буду разжимать, а ты сжимай. Сожми. Подожди. Встань как все. Я буду вот так разводить тебе ноги, а ты не давай мне это делать. Сильней. Ну сожми, сожми. Вот такие они у тебя и должны быть. Поняла? И чтобы они ни разу тебя не разогнали. Еще животиком ложись. Надо выдохнуть. Да. Нормально, выдохнуть надо. Ты вдохнула, по-моему, сейчас. Ага. Ну, сделай еще. Че, пацаны, расслабон, да? Видишь, у тебя вот тут дырка. Ее не должно быть. Но тебе же не требует сейчас лежать. Сделала? Мышцы. Это надо растягивать, а это не закачивать. Мне нормально ноги были. Одной другой нет. А потом на всех. Только пяточки ровно держи. Вот. Вот так вот сядь и теперь поставь коленки туда. Вот. Ванёк, та же самая история. Просто начни с пола. Thank you.
Роман Альбертович привел своих мальчиков. Отстань от меня! Веселиться. Я уже хочу это сцену сделать. Все, хватит. Бешеные. Алиса, ты куда? Три. О, 20 раз. Сладко. Колени, чтобы не торчали ни у кого. Так рано еще. Так. Да, что спасибо. Велеслава, колени торчат у тебя. Привыкай руками тянуться к кончикам пальцев на ногах. Ты меня вообще никогда не слышишь, по-моему. Где у тебя пальцы на ногах? А второй подход делать? При возле пояса верхняя рука.
Только не надо, как рыбы дохлые, дергаться.